В Одессе завершается работа на третьей серии приключенческого фильма «Клад» или «История волшебных апельсинов». Съемки проходили в разных местах города и за его пределами. Больше знает Ирина Стрибко. В одесской киностудии сегодня последний съемочный день детского фильма «Клад». В полнометражном трехсерийном фильме рассказывается, как одесские дети ищут клад и попадают в разные опасные истории. Первые две серии были представлены зрителям в конце прошлого года. В третьей мы сможем увидеть, как юные герои попадают в прошлое и решают спасать Одессу с помощью апельсинов. Сейчас мы находимся на одесской киностудии. Почему? Потому что дети именно здесь нашли волшебную хлопушку и, хлопнув ею, попали в прошлое. В 800-й год. И смогли разоблачить там заговор турок, которые хотели, чтобы апельсины испортились, чтобы Одесса не достраивалась и не составляла конкуренция Стамбулу. Главных героев играют юные актеры Даниил Чумак, Елизавета Кашуба, Александр Шубников и Валерия Носенко. Мы типа потом опять попали в будущее, привезли 3000 апельсинов. Царю Павлу, по-моему. Или императору. Императору Павлу. Лиза Кашуба играет роль Леры. Она признается, со своей героиней в чем-то похожим. Я играю Леру, которая хитрая очень девочка. Такая как наглая. За всеми любит подсматривать, разбалтывать все секреты. Совпадение есть со мной. Ну, что я хитрая, как лисичка. Но секреты я не разбалтываю. Юные актеры прошли немало кастингов. Говорят, что на съемочной площадке для них открылся настоящий мир кино. Мне больше нравится то, что снимаюсь. Это такая неожиданность для меня была. Родители главных героев тоже попробовали себя в роли актеров. Режиссер Игорь, который Анатольевич, сказал, что не хватает человека, который может. Ну, так как я бывший военнослужащий, то начал с роли спасателя. То есть пришлось их спасать в катакомбах. А второй раз уже в жюри, так как я человек творческий, сейчас работаю фотографом, то пришлось играть члена жюри на конкурсе, где они играли на поездку в ДСЛМ. Игорь такой режиссер, и вообще мы так быстро это все сняли, что даже теперь уже жалеем, что так быстро все заканчивается уже. Это очень интересно. Мы узнали очень много нового о нашем городе, то, что мы не знали. Познакомились с людьми, ну, то есть очень интересно. Главные герои – друзья не только на съемочной площадке, но и в жизни. Саша с Лизой, например, познакомились на курсах актерского мастерства. Лиза ходит больше меня, а я хожу 2 года. Один год я ее не знал, а во второй год, благодаря фильму, я с ней познакомился. Он иногда бывает балуется, я его воспитываю. Девушка, я вас старше. Съемки проходили в разных местах города и за его пределами. Режиссер говорит, фильм очень добрый и увлекательный. Его с удовольствием посмотрят как дети, так и взрослые. Ирина Стрибко, Сергей Чумаков, 7 канал.